Всех приветствую на своем канале, Дмитрий, компания Мердес. Итак, ситуация такая, обработка сейчас будет квартиры трехкомнатной от тараканов. Небольшая предыстория этой квартиры. Обрабатывали здесь до меня уже 5 различных фирм, но с тараканами особо побороться, победить их так у них и не получилось. Женщина посмотрела, говорит, все практически мои видео и решила вызвать именно меня. Находится эта квартира не в моем городе, находится она рядом с Екатеринбургом в пригороде, но люди хотели, чтобы обработал именно я, потому что хотели именно качество, чтобы никто их не обманул, чтобы сделали им на совесть, не было подъемов, как от предыдущих, кто приезжали, говорили одна сумма, по факту потом вместе уже была другая сумма. Не было такого, что как будто бы, говорит, водичкой побрызгали, приезжает, ничем не пахнет, и тараканы живее всех живых. Поэтому люди оплатили дорогу, и я приехал сюда обрабатывать. Сейчас я вам все покажу. Проблема эта квартира еще в том, что это старый жилой фонд. И есть соседи, у которых очень много тараканов. Буквально за стенкой так и живут, которые, ну, не совсем нормальные, некоторые люди из этих, которые на мусорку выносят вещи и просто их вытряхивают там в город тараканов. Также внизу находятся 2 магазина, и когда магазина спустилась, хозяйка этой квартиры, там оказалось просто этих баллончиков, которыми дихлофосы различные, их просто ящиками стоят, и продавцы говорят, а что делать, мы просто берем перед уходом, все набрызгиваем и уходим. То есть это проблема не одной квартиры, это проблема дома в целом. И поэтому, конечно, 100% результата здесь ожидать не стоит, что не стоит думать, что это будет обработка раз и навсегда. Сейчас моя задача – это максимально уменьшить их численность. Но от слов к делу, давайте я вам сейчас все покажу. Вот этими препаратами... Это одни из тех препаратов, которыми работали в этой квартире. Были обычные и брызгалки, пшикалки, ну и вот такие вот. Я очень благодарен хозяйке квартиры за то, что она разрешила мне поснимать. Внутри вентиляции, хотя здесь стояла сетка, тоже много дохлых тараканов. Это показано то, что тараканы активно перебегают от других соседей сюда. Видите, насколько забита сетка была. Но тем не менее тараканы бегают и мигрируют. Посмотрите, кажется, что тараканов здесь немного, за батареей вообще их практически нету. Но если начинаем внимательно осматривать щели, видим их просто кучами. Щелей здесь полным-полно. В квартире есть натяжные потолки. Частично для смены трубопроводов они были демонтированы. И вот если смотреть на вот эту полоску вдоль натяжных потолков, отчетливо видно количество тараканов. Видите, где они прячутся? Конечно, без демонтажа полного натяжного потолка вряд ли получится даже туманом достать вот эти все укромные их места. А батарея в комнате. Видите, в старых домах какие стены? Как дранка и панцирная сетка. Поэтому щелей, где они могут прятаться, оно просто неимоверное количество. Внимательно посмотрим на диван. На первый взгляд может показаться, что это следы от клопов, на самом деле нет. Это все следы от тараканов. Коридор. Вот этот настенный плинтус находится на углу. После внимательного осмотрения можно увидеть, где он в местах неплотно приклеен. Там
как раз таки прячутся они. Поэтому его я буду демонтировать. Хозяева квартиры разрешили мне это сделать, для того, чтобы везде можно было их достать. Хотя их тут немного, но они есть. Все, вот я снял. Ну и точно такой же плинтус с другой стороны. Ой, а здесь ситуация повеселее. Это сделать необходимо для того, чтобы максимально добраться до потайных мест, где они прячутся. Если это не сделать, то обработка произойдет не так качественно. Ну и обратите внимание на плинтуса в комнате, в тех местах, где находятся щели, зазоры. Тараканов прячется очень много, поэтому туда необходимо тоже будет садить инсектицид. Соседям большие отверстия вдоль трубопроводов, это нужно будет устранить. В ванной и туалете вот такая вентиляция. Разумеется, тараканы могут мигрировать от одних соседей к другим только так, через нее. Поэтому сетку москитную просто необходимо поставить. Ну и сразу же обращу вас внимание на канализационную трубу и трубы холодной горячей воды. Это тоже необходимо герметизировать. Хозяева молодцы, то что постарались запенить пеной. Хотя я не особо сторонник этого, но все равно это лучше, чем ничего. Ну и в других местах щели просто большие, а внизу, напоминаю, продуктовый магазин. Поэтому герметизации своего помещения необходимо уделять достаточно большое внимание, если даже не первостепенное, а при начальной борьбе с тараканами. И опять-таки при борьбе с тараканами необходим хороший опыт. Осмотрев все места около батареи, я увидел вот в некоторых щелках тараканов. Но посмотрев внимательнее вот на вот эту прорезь, или пропил, как называется, можно увидеть, что их сидит тут намного больше. В туалете и ванной ситуация тоже очень печальная. Может показаться, что хозяевам самим все равно на их квартиру, на их жилище, но то, что они до меня вызывали уже 5 разных фирм, и также то, что они сами боролись с многими препаратами, уже говорит о том, что хозяева стараются избавиться от них. И не нужно говорить, что они абсолютно никак не заботятся о санитарном состоянии своей квартиры. Нет, они заботятся, стараются, но необходима работа профессионала. Эти все места старой штукатурки необходимо тоже все убирать, потому что под ними просто куча тараканов. Разбежались, забегали, товарищи. Что же предпринять в этой квартире? Какую обработку произвести? Я решил, сначала я сделаю обработку помповым опрыскивателем, потому что генератором тумана очень сложно будет добраться до плинтусов без их демонтажа. Они везде хочется их демонтировать, потому что в некоторых местах они достаточно хорошие. Поэтому я сделаю аккуратно проливочкой. Затем я сделаю препаратом раздражительным эффектом, для того, чтобы они как можно больше начали вылазить из своих мест. И после этого добью уже их препаратом более длительного действия. Почему я не делаю эту обработку одним препаратом? Потому что раз до меня тут работали уже 5 фирм, я примерно догадываюсь, какими препаратами они не работали и какими действующими веществами. Хотя не спорю, могу ошибаться. Поэтому здесь необходимо будет применить редкий препарат.
которым, скорее всего, не работали до меня, чтобы тараканы не адаптировались к нему. Так, первые результаты. А препарат с раздражающим таким действием я использовал. А, видно, что начали они выползать, вылазить почти по всему периметру натяжного потолка. В тех местах, где их первоначально не было, они начали вылазить. Примерно такая же ситуация и на кухне. Сказать честно, я думал, что результат будет чуть-чуть лучше. Видно, что эти тараканы адаптированы к препаратам, потому что они обычно должны намного быстрее начинать вылазить и намного активнее бегать. Они уже почти все должны чуть ли не на потолке. Но тут они не такие активные. Перезаправил второй препарат. Вот раздражающий эффект стал виден все сильнее. Начинаем второй этап. Обработку закончил. Конечно, результатов ждать не стоит мгновенных. В течение 3 часов здесь будет просто уйма лежать мертвых тараканов. Ну а так они еще особенно активно будут выползать первые дня 3, ну даже до 2 недель они еще будут появляться, выползать, и то это считается нормальным. Но результат уже, я думаю, прекрасно виден. Несмотря на то, что я обработку еще только что закончил. Если возможно, попрошу хозяйку квартиры, чтобы она сфотографировала, когда уже придет в эту квартиру, какой здесь результат. Так, не все погибли, а сейчас будут активно погибать.